Ну, а мы продолжаем. Несколько авиарейсов из Москвы сегодня отменили из-за снегопада. В частности, Аэрофлот еще накануне предупредил пассажиров, что 4 рейса будут отменены из-за погодных условий, а еще 38 вылетят с опозданием, домашних и международных. Но пассажиров авиакомпания на своем официальном сайте заверила, что все, кто купил билеты, прибудут по месту назначения, вот только несколько позже. Так что лучше пассажирам всех авиакомпаний еще раз уточнить время вылета. Я посмотрела онлайн табло в аэропортах. Еще несколько рейсов были отменены, по крайней мере, в Шереметьево. Ну, москвичи сегодня встретили белоснежное утро. Столицу засыпало снегом. Хорошо так засыпало. 8 сантиметров за ночь нападало. Я вот эти все 8 сантиметров снега со своей машины утром счищала, так что подтверждаю. Первое. В сезоне метель прошла в столице, но главные ударные силы предзимья еще впереди. Дворники у нас здесь вот около подъездов убирают. И сами смотрим, когда ступеньки занесены, сами еще подметем. Так что мы рады этой зиме. Нежная, хорошая, такая добрая. И снежок такой мягкий, хороший. Ну и вот есть карта погоды. Смотрите, к нам движется небольшая оттепель, да, вот здесь хорошо это показано, из Европы, значит, и на Москву, вот Москва. Итак, радоваться на самом деле рановато пока, поскольку снег продолжит идти, но только он будет мокрым, будет налипать на провода и деревья, ну и так далее, и на обувь еще тоже, скорее всего. И мягкая оттепельная погода со снегопадом сохранится еще и в пятницу, а в выходные атмосферное давление вырастет. В облачности появятся прояснения небольшие, а ночные морозы пойдут на новый виток. Вот такая погода нас ждет.